Хамон, козий сыр, чавыча, крымские сладости. Гурманам просьба не отрываться от телевизора. До 6 мая в зале на Севастопольской проходит выставка фермерских продуктов от Абхазии до Камчатки. Ну, кстати, у тюменцев перед покупкой есть возможность попробовать деликатесы, приготовленные по семейным рецептам. Сало вот копченое на ольхе очень вкусное. Расширить гастрономические горизонты предлагают тюменцам в выставочном зале. Снова в нашем городе гостят фермеры из Абхазии, Армении, Адыгеи. Представлены продукты из Греции, с Камчатки и Кубани. И все самое лучшее, то есть натуральных ингредиентов, домашних, без ГМО, без химии, без искусственных ароматизаторов. Только традиционно натуральные ингредиенты, которые полезны, вкусные. Чего вот на сегодняшний день редкость. Над прилавком со специями витают чарующие ароматы. Знаменитая абхазская и сванская соль, шафран, ткемали из алычи, жгучая аджика. Гости выставки с удовольствием дегустируют сыры из козьего и овечьего молока, мясные деликатесы, хамон, баструму и косулю в вине. Сладкоежки восхищаются крымскими сухофруктами, сластями и чаем с плантации Дагомыса. Большой ассортимент легендарного краснодарского чая. Были в свое время завезены индийский сорт чая, цейлонский, китайский. И с 1876 года чай прорастает у нас. Это чай, проверенный столетиями. Даже самых гурманов чаепития не оставит равнодушными. С берегов Дальнего Востока к нам приплыл лосось, семга, чавыча, нельма. Есть возможность попробовать рыбу холодного и горячего копчения, а также икру. Выставка будет работать на улице Севастопольской 12 до 6 мая. Каждый день с 10 утра до 19 вечера. Дарья Чернышева, Павел Михайловский. Тюменское время.